Только живой звук. Произведения короля казахского вальса звучали в Астане в честь дня рождения столицы. Здесь прошел концерт, посвященный творчеству Шамши Калдаякова «Анем сен едын». Принимают участие самые яркие звезды во главе Бибігүл Ахметовна Төлегенова, Алибек Нишев. И сегодняшние начинающие молодые звезды все будут петь песни, любимые песни нашим народом, нашего любимого композитора Шамшага. Музыканты признаются, у каждого в репертуаре есть своя любимая песня, написанная мэтром. Эти композиции звучат со сцены Центрального концертного зала «Казахстан». Некоторые любимые произведения зритель впервые услышал в новой обработке, с новой аранжировкой и в сопровождении Большого эстрадно-симфонического оркестра. Артисты предлагают сделать музыкальные вечера в честь Шамши Калдаякова ежегодной традицией. Хотелось бы, чтобы каждый год превратилось бы это в традицию. Конечно же, в Казахстане очень часто проходят и в южных регионах, в Южной Казахстанской области, в Алмате проводятся фестивали. Но хотелось бы, чтобы каждый год под сопровождение эстрадно-симфоническим оркестром было бы гораздо лучше.